Ремонт автодороги Останкино, Большеорловская, Березовский, Рустай в Борском районе будет продолжен. В прошлом году приемку прошел первый участок протяженностью 8 километров. Трассу капитально отремонтировали благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Мы очень довольны. Наш участок дороги лучше всех. Вот мы сворачиваем около Останкино на нашу трассу и просто едем себе в удовольствие. Уже в этом году дорожные работы развернут и на другом участке. Новый асфальт появится на 14 километров до населенного пункта Большеорловская. На ремонт участка дороги Останкино-Рустай направит 228 миллионов рублей. Здесь техника будет работать с июля по сентябрь. Двухслойное асфальтобетонное покрытие с укреплением бочин щебнем. Вот, поэтому мы уже рассчитываем так, что двухслойное покрытие у нас все-таки будет дольше держаться, чем однослойное покрытие. Поэтому, как минимум, будем так говорить, лет 10. Тут не надо будет смотреть за этой дорогой. Кроме содержания. Содержание, конечно, дороги, оно остается. То есть и обочины, и покос трав, и зимнее содержание дорог. Так что, я думаю, люди будут довольны. Всего в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в регионе в прошлом году отремонтировали более 880 километров дорог. Это почти 200 участков. Это вывело Нижегородскую область на второе место в стране после Московской области по объемам дорожного ремонта по нацпроекту. Сергей Щеплягин, Алексей Калякин. Время новостей.